ты, река. Ты течешь, да не колыбнешься. Да мальчишку, да ты чего сидишь? Да не улыбнешься.
вообще. Так. Ну что сказать, ну что сказать. Вы прям решили сразу все мне отдать? Я даже еще не поздоровалась. Ой, подарок какой, шарфик? А что за шарфик? Со мной? Обалдеть. Я как Спартак, получается? Спасибо большое. Ой, ну уже и еды мне тут принесли, и цветов. Вы понимаете, мы скоро будем кушать, ребят. Добрый вечер, Москва! Ну, по старой традиции, мы опять встречаемся осенью в культурном центре «Меридиан». Я, честно признаюсь, очень волнуюсь и очень рада вас видеть. Традиция у нас с вами это старая, а концерт сегодня и все, что в нем есть, новое. Даже я. Конечно, вы не бойтесь, будут старые песни, которые вы так любите, но в какой-то степени преобладать будет новый репертуар. Как видите, на мне новый костюм. Новый костюм от лучшего дизайнера Натальи Шахно. Она сегодня, кстати, в зале. Наташа, покричи. Спасибо ей большое. Новый суперзвукорежиссер Валерий Зелянин. Поприветствуйте, пожалуйста. Сегодня звук в его руках. Новые, точнее, самые первые мои музыканты, которых я представлю вам позже. Новая рекламная продукция и даже новый микрофон. Мы начинаем этот прекрасный вечер. И следующая композиция «Голосом твоим». Земли родней, нижней. Я все.